Добрый вечер. Привет из Ялты. Вчера, я надеюсь, вы успели познакомиться с нашими участниками. Знаете их в лицо. Наверняка кто-то вам понравился больше, и вы будете за них болеть. А сейчас мне бы хотелось с некоторыми из них познакомить вас поближе. В такую погоду собрать всех участников конкурса, всех конкурсантов одновременно оказалось дело довольно сложным. Поэтому каждого приходилось вылавливать буквально по одному. Елена Сысоева. Прекрасные условия, прекрасный зал, прекрасное отношение к конкурсантам. Обстановка среди ребят. Мы все очень дружны. Как ты готовилась? Как ты выбирала репертуар? Кто тебе помогал с макияжем, с одеждой и так далее? Ну, на московский этап готовилась только сама. Ты когда вот улетела в Симферополь, потом ты приехала сюда, в Ялту, на что ты рассчитываешь и все-таки чего же ты ждешь от этого конкурса? Вы знаете, я думаю, что, наверное, самое главное – достойно выступить. Сколько? 89. О, это выше? Сейчас я иду в одну ногу с Егором, Сашей. А следующий сезон, по-моему, 85 идет, да? Да. В России. Да. Ну, извини меня за нравоучение, но мне кажется, что не надо говорить, это мой последний конкурс. Жизнь. По-моему, я так думаю, что я больше никуда не поеду. Если, конечно, не повезет. Ну, во-первых, будем надеяться, здесь будет много покупателей. То есть будет много менеджеров, администраторов, прессы и так далее. То, что будет писать... Обязательно будет писать. Это уже даст тебе промоушен, это даст тебе рекламу, даст возможность пообщаться с другими людьми, наверняка возникнут предложения. И вполне возможно, тебя пригласят и на другой конкурс. А какие у вас достаточно престижные конкурсы в Литве? Сейчас в последнее время что-то притихли. Вообще все... Сейчас занялись политикой. Да, по-моему. Вот, и что только осталось, то, по-моему, тексты песен. Про родину нашу. А больше так. Да и все певцы очень жалуются на то, что никто на них не обращает. Скажи, ведь ты многие годы работаешь в Ритте. Это как-то повлияло на тот репертуар, который ты привезла сюда, в Ялту? Чтобы повлияло, нет, наоборот. Это... Я там получила хорошую школу. Да, я имею в виду вот то, что ты поешь сейчас на конкурсе. Это в стиле варьете выдержано или нет. Совершенно другой стиль? Нет, совершенно другой. Совершенно. Я про это говорю. А что тебе нравится? Какая музыка? Конечно, больше хард-рок. Хард-рок, да? Проблема репертуара, она не только перед начинающими, но и профессионалами. Все жалуются, вот проблемы репертуара, нет песен. Как ты выбирал те песни, которые прозвучат здесь? Ну, в данном случае мне, я, наверное, все-таки человек счастливый. Вот, опять вернусь к своим ребятам. У меня есть хороший друг, мой композитор и поэт, хороший парень Вася Попов. Вот, он пишет мне и музыку, и тексты, вот, глядя на меня. Вот, вот такой я веселый, жизнерадостный. И где-то так вот мы с ним... Ну, это, наверное, хорошо, то, что он знает тебя, знает, да, твой характер, какие нас, твои у нас влечения. Общие совершенно интересы, общие. Он девчонок любим. Погулять с девчонками, вот, посмеяться. Ну, в общем-то, у меня в этом отношении все в порядке. Еще конкурсные дни не начались, естественно, нет даже каких-то предварительных результатов, но то, что Володя уже первый, это уже точно. По крайней мере, он всегда первый приходит к автобусу, всегда приходит первый на репетиции, всегда первый на пресс-конференции. Ну, честно говоря, такая пунктуальность мне нравится. По крайней мере, не приходится ждать. Добрый вечер. Здравствуйте. Говорит и показывает Ялта. Центральное телевидение продолжает прямую трансляцию 5-го всесоюзного телевизионного конкурса молодых исполнителей эстрадной песни. Представляем жюри конкурса «Ялта-90». Лайма Вайкуле.
Владимир Матецкий. Композитор Владимир Быстряков. Вячеслав Добрынин. Игорь Крутой. Поэт Юрий Рыбчинский. Генеральный директор Союз концерта Николай Бутов. Главный редактор главной редакции музыкальных программ Центрального телевидения Владимир Упорин. Конкурсную программу ведут диктор Центрального телевидения Марина Бурцева и... Спасибо. И артист Московского государственного академического театра опереты Сергей Олимпиев. Спасибо. Спонсоры нашего конкурса. Фирма «Дзинтерс» и компания «Пепси-Кола Интернешнл». Прежде чем мы приступим ко второму конкурсу, мы хотели бы повторить итоговые оценки вчерашних выступлений участников. Итак, Наталья Никифорова, 67 баллов. Нино Кимашвили, 72 балла. Сергей Долгополов, 67. Марис Репш, 81 балл. Александр Тищенко, 79. Ольга Войченко, 71 балл. Александр Егоров, 89 баллов. Вахтанг Макалатия, 76. Ирина Епифанова, 83. Петер Кирс, 71 балл. Гульмира Искакова, 66. Расита Чевелитая, 85. Владимир Цветаев, 77. Максим Фадеев, 82 балла. Марина Цхай, 75. Андрис Риекстиньш, 72 балла. Елена Сысоева, 89. Валерий Ромашов, 69. Сергей Селькевич, 79 баллов. Это результаты вчерашнего конкурса. Напоминаем, что в каждом из трех конкурсов певцы выступают под новым номером, определенным предварительной жеребьевкой, которая состоялась 3 августа. Так вот, по итогам жеребьевки ответственная задача открыть сегодняшнюю программу выпала на долю Владимира Цветаева. Он исполнит песню «Анжелика». Музыка Анатолия Ковалева и Василия Попова, стихи Василия Попова. Владимир Цветаев, Самара. Клятвы мои, нам вечно жить. Разве могли мы тогда
другими быть. Первый безгрешный упрек в лукавстве глаз, ревности первый урок венчает нас. Анжелика, губы шепчут криком: ангел мой, мой свет, моя любовь. Вот и отцвел наш осмин седых волос, вечер усталым крылом твой след занес. Но почему же опять в безумстве лет я прихожу к тебе, мой дивный свет? Анжелика, губы шепчут криком: ангел мой, мой свет, моя любовь. Анжелика, губы шепчут криком: ангел мой, мой свет, моя любовь. Старый наш двор, где цвел жасмин. Владимир Цветаев. Спасибо. Пожалуйста, оценки жюри. 10, 10, 10, 9, 9, 9, 9, 9. Итак, сумма баллов Владимира Цветаева 75. На сцену приглашается участница под вторым номером Марина Цхай, Ленинград. Нужен ли молодому эстрадному артисту свой профессиональный кумир или идеал? Марина считает, что нет, идеал – это значит стремиться быть на кого-то похожим. А кому интересен новый подражатель? Мы желаем Марине и в дальнейшем не сотворить себе кумира. Музыка Игоря Романова, стихи Николая Денисова, творец и музыкант. Поет Марина Цхай. Черный день, святой талант.
Не дай ему занять, не дай ему занять, не дай ему занять и забылиться. Сразу птица не взлетит, пламя тьму не осветит. Может, музыка родится, может, музыка родится, только длительно гудит. Может, музыка родится, может, покинь уютный дом, пускай другие жизнь продолжат в нем. В пути родной очаг, в пути родной очаг, в пути родной очаг тебе приснится. Выйди пожарище.
Марина Цхай, Ленинград. Марина Цхай. Итак, оценки жюри. 9, 8, 9, 10, 10, 11, 11, 12. Так, общая сумма баллов 79. Под третьим номером сегодня выступает Наталья Никифорова. Та самая певица, которая вчера первой вступила на конкурсные подмостки «Ялта-90». И сегодня, как и вчера, Наташа исполнит песню Сергея Тараненко. Песня называется «Но я живу». Наталья Никифорова. Заметает время прежние следы. Тяжелеют руки, никнет голова, устают надежды,
устает душа. Наталья Никифорова, Москва. Наталья Никифорова, Москва. Уважаемые жюри, пожалуйста. 8, 7, 9, 9, 9, 9, 9, 9. Общая сумма баллов 69. Вчера мы говорили, что многие молодые певцы решают проблему репертуара, создавая его самостоятельно. Но есть и другой путь к успеху – найти своих авторов. Если говорить об участниках нашей программы, то уже из трех выступивших, двое из них – Владимир Цветаев и Наталья Никифорова – нашли своих авторов. Как и наш следующий конкурсант Владимир Ромашов. Он привез на конкурс две песни своего композитора Геннадия Привалова и своего поэта Андрея Котова. Сегодня он исполнит их песню «Виктория». Валерий Ромашов, Владивосток. Скорее имя Виктория. Слово одно. Белое на черном. Словно снег, это надпись. Но нам не до того, что мы уносим в себе. Виктория, я верю и люблю. История, не верю, но пою. Виктория, я. Виктория. Вижу. Виктория.
я верю и люблю. История, не верю, но пою. Виктория и я. Спасибо. Итак, оценки жюри. 10, 9, 10, 9, 9, 9, 8, 9. Спасибо. Общая сумма баллов 73. А сейчас состоится выступление Ирины Епифановой, Москва. Идеал – это хорошо, считает Ира. Но еще лучше, когда их несколько. Ведь молодому певцу приходится чем-то компенсировать слабость нашей эстрадной школы. Музыка Константина Никольского, стихи португальского поэта Фернандо Пессоа в переводе Бориса Дубина – «Еще не сгустились тени». Ирина Епифанова. Mm-hmm.
Ирина Епифанова. Пожалуйста, уважаемые жюри. 11, 10, 11, 12, 11, 11, 11, 11, 11. Общая сумма, пожалуйста. Восемьдесят восемь. Я сейчас хочу напомнить телезрителям, что телеграммы с именем понравившегося вам исполнителя определят обладателя приза зрительских симпатий. Телеграммы следует отправить в адрес конкурса «Ялта-90» не позднее 15 часов московского времени 9 августа. А на сцену приглашается исполнитель, получивший на нашей жеребьевке 6-й номер в программе сегодняшнего конкурса. Им оказался Сергей Долгополов, город Руза Московской области. Сергей Долгополов исполнит песню Егора Белкина на стихи Ильи Кормильцева «Братья по ветру». Сергей Долгополов. Сказочный роман, а вышел сбивчивый рассказ. Рассказ. Но кто-нибудь прочтет, кто-нибудь поймет, кто-нибудь услышит, кто-нибудь рискнет, кто-нибудь возьмет, кто-нибудь допишет. Кто-нибудь найдет что-то для себя, кто-нибудь на свете, всюду на земле, в каждой голове дует тот же ветер. Я не прочел всех умных книг, не пересек семи границ, ловил я в небе журавля, а находил в руках синиц. Синиц. Но кто-нибудь прочтет, кто-нибудь поймет, кто-нибудь услышит, кто-нибудь рискнет, кто-нибудь возьмет, кто-нибудь допишет. Кто-нибудь найдет что-то для себя, кто-нибудь на свете, всюду на земле, в каждой голове дует тот же ветер. Не то. Наверное, нужно все не так. А если кто-то знает как, сто против двух, что он дурак. Да, да, дурак. Кто-нибудь
кто-нибудь прочтет, кто-нибудь поймет, кто-нибудь услышит, кто-нибудь рискнет, кто-нибудь возьмет, кто-нибудь допишет, кто-нибудь найдет что-то для себя, кто-нибудь на свете, всюду на земле, в каждой голове дует тот же ветер. Кто-нибудь найдет что-то для себя, кто-нибудь на свете, всюду на земле, в каждой голове дует тот же ветер. Кто-нибудь найдет что-то для себя, кто-нибудь на свете, всюду на земле, в каждой голове дует тот же ветер. Кто-нибудь найдет что-то для себя, кто-нибудь на свете, всюду на земле, в каждой голове дует тот же ветер. Спасибо! Сергей Долгополов. Пожалуйста, уважаемые жюри. Восемь, семь, десять, 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 девять, десять. Спасибо. Общая сумма баллов 74. Во время жеребьевки многие конкурсанты хотели вытянуть почему-то именно седьмой номер. Ну, потому что семерка как-то считается какой-то магической цифрой. И действительно, она вчера помогла Александру Егорову, потому что он под этим номером пел. Правда, он разделил победу вместе с Еленой Сысоевой, которая выступала под номером 9. Теперь и 9 будет тоже счастливой цифрой. А на втором конкурсном состязании семерка выпала певице из Тбилиси Нино Кемашвили. Музыка Ирины Майсурадзе и Шота Давиташвили, стихи Автандила Геловани, конец 20-го. Нино Кемашвили. Thank you.
Пожалуйста, оценки жюри. 11, 9, 11, 11, 11, 11, 10, 11, 11. Спасибо. Общая оценка. Общая сумма баллов 85. Наши конкурсанты съехались в Ялту из 14 городов страны, почти из всех регионов. И если бы не конкурс, они, наверное, и не встретились бы. И конкурсанты прошлые всякий раз отвечали на вопрос, когда их спрашивали, что дала вам Юрмала, они говорили прежде всего «друзей». Ну, может быть, именно в этом и есть главный смысл всех конкурсов? Наверное. Представляем следующего участника. Это Петер Кирс. Он исполнит песню Эрика Бакхова на стихи Вильо Тамма «Простая девушка». Петер Кирс. Танцую
ben sentittina voi. Hara teli si dati na joi, vidu celes me duzae. Unusta sin mindia goi vavalli, oiel, oiel. Пожалуйста, жюри. 9, 8, 9, 11, 11, 9, 9, 9. Ждем общую оценку. Общая сумма баллов 75. Песню на стихи Николая Гумилева выбрала для исполнения на этом конкурсе Елена Сысоева. Лена сказала: «В этих стихах я чувствую правду, ту высокую правду, которая и есть сущность настоящего искусства». Музыка Александра Дубинского, стихи Николая Гумилева, скрипач Елена Сысоева. По дороге скрипачей надо
вечно петь и плакать. Этим струнам, звонким струнам, вечно должен биться, биться обезумевший смычок. И под солнцем, и под вьюгой, под белеющим буруном. И когда пылает запах, и когда горит восток. Ты устанешь и замедлишь, и на миг прервется пение, и уж ты не сможешь крикнуть, шевельнуться и вздохнуть. Тотчас бешеные волки в кровожадном иступлении в горло вцепятся зубами, встанут лапами на грудь, и поймешь тогда, как злобно насмеялось все, что пело. В очи глянется опоздалый, но властительный испуг и тоскливый смертный холод обовьет, как тканью тело. И невеста зарыдает и задумается друг. Мальчик, дальше здесь не встретишь ни веселья, ни сокровищ. Но я вижу, ты смеешься, эти взоры получат. Елена Сысоева, город Иркутск. Пожалуйста, уважаемые жюри, 11, 11, 11, 11, 10, 11, 10, 11. Общая сумма баллов 86. Продолжаем. Голос – это инструмент певца. Каждый использует его по-своему, но какой бы из многочисленных стилей современной эстрады не избрал для себя вокалист, кто откажет себе в удовольствии блеснуть вокальным даром? И каждый к этому стремится, в меру своих возможностей, конечно. Так говорит певица из Вильнюса Расита Чевелити. Музыка Роберта Мегиниса, стихи Виталиса Кайрюкштиса «Быть с тобой». Поет Расита Чевелити. Там покрасти, то ли
темноту. Ищи сурака. Пожалуйста, уважаемый жюри. 11, 12, 12, 12, 11, 12, 11, 12. Итак, общая сумма баллов Расита Чивилити 93. А теперь Александр Егоров, Киев. Главное, говорит Александр Егоров, когда у артиста действительно есть что сказать людям.
Но вот чтобы со своей правдой достучаться до их сердец, певцу и нужен весь арсенал выразительных средств – музыкальных и вокальных. Песня на стихи Олега Литвинова «Бедная моя» поет автор Александр Егоров.
тебя. Первый, второй, третий. Начинает счет. 5, 4, 3, 2. Старт! Александр Егоров, Киев. Уважаемые жюри, просим оценки Александра Егорова. 12, 12, 12, 11, 12, 12, 11, 12. Общая сумма баллов – 93. Антракт. Самый трудный конкурсный день нам удалось поговорить со всеми, кто пробует свои силы в Ялте. По-разному готовились участники к своему первому выходу на сцену, и сколько бы они ни говорили, что главное участие, а не победа, все с надеждой ждали приговора жюри. Среди участников конкурса много людей, кто уже работал на профессиональной сцене, кто знаком со зрителем, кто знает, как работать на зрителя. Но много и те, кто делают буквально первые шаги на профессиональной сцене, тем более на такой большой сцене, как зал конкурса «Ялта-90» и как всесоюзный телевизионный экран. Марина Цха из Ленинграда. Сейчас оценка жюри. 10. Главное... Любовь народная. Вот это, я про это и говорю. Ну, подумаешь, 75. Сколько цветов, сколько аплодисментов. Это же тоже, наверное, немаловажно. Проигрывать обидно. Это да. Что заканчивал? Средняя школа. Музыкальную, да? Нет, это не музыкальную. То есть музыкой вообще не занимался? Нет. Даже дома не занимался? Дома, конечно, занимался. Очень страшно. Это довольно выступление? Ну, не совсем. Знаю, что могу лучше. Вот если бы сейчас бы смогла спеть второй раз, спела бы лучше? Да. Ирина, кто тебе помогал в подготовке к конкурсу? Максим Фадеев, он будет участвовать в этом конкурсе 15 номера. А каким образом он тебе помогал? Ой, каким? Ночью. Так, хорошее начало. Ночью. Ночью. Темной ночью. На студии. Вот вдвоем с саксофонистом делали песни. Максим, 85 – это совсем неплохо. Я не понимаю, чего ты переживаешь. У меня, Юр, вообще сейчас слов нет. Вообще полностью. Я еще не могу. А что тебе помешало? А что отличается публика от... в общем-то, я работаю в ресторане, поэтому, естественно, отличается. Но в ресторане тебя лучше воспринимают, чем эта публика, или хуже? Трудно судить. Пьяные люди и трезвые, нормальные товарищи. Разные вещи вообще. Поздравляю. Спасибо. Молодец. Саш, ну ты, по-моему, первый, кто получил 12 баллов. По-моему, тоже. Александр Егоров, город Киев. Любимое слово «окей», я правильно говорю? Совершенно. Саш, как ощущение от того, как ты выступил?
Все, что я мог, я показал. Но, по-моему, ты завел зал, это, и зал тебя очень хорошо принимал. Спасибо залу. Нет, я сделал все, что хотел. Мне удалось, так сказать, вот, спеть ту вещь, которую я хотел спеть первую, сегодня исполнил. Тебе помогали? Ну, мне не мешали. Педагог мой мне очень помог. Спасибо ему большое. Я выступил и очень рад тому, что я участвую в этом замечательном конкурсе. Вот, я не уверен, что это та песня, которая будет лучше, чем это. А ты выбирал сам песню? Или кто-то тебе помогал? И... Ну, все, наверное, от бедности идет. Ну, сам и, конечно, и коллектив где-то помогал. Но я выбрал те самые песни, которые у нас больше всего отработали, так сказать, на публике. Ну, по всей видимости, это не сегодняшняя конъюнктура. Может быть, так. Во-первых, моя работа ужасная. Вообще, я так устала, разнервничалась, потому что я за всех за них очень болею, я их всех обожаю. Мы вместе обедаем, вместе плаваем, вместе загораем. И так хотелось, чтобы у всех все было хорошо. За кого-то я очень расстроилась. Очень часто была не согласна с оценками жюри. Но вообще молодцы все, конечно. Первый день... Спасибо, Маниш. Ни пух, ни пера. Говорит и показывает Ялта. Центральное телевидение продолжает прямую трансляцию второго конкурсного состязания, пятого всесоюзного телевизионного конкурса молодых исполнителей эстрадной песни «Ялта-90». Но прежде чем начать второе отделение, мы хотели бы исправить ошибку и сообщаем, что сумма баллов Александра Егорова 94, а не 93, как было сказано раньше. Второе отделение открывает певец, которому достался 13-й номер. Это Вахтанг Макалатия. Вахтанг давно привык, что его появление публика встречает аплодисментами. Но вот чтобы проводили хорошо, здесь-то и нужен голос, говорит он. Музыка Мираба Мамулашвили, стихи Тимура Цагурия, «Белый дух». Вахтанг Макалатия. Oh,
Прошу, уважаемые жюри, приступить к работе. 10, 10, 10, 10, 10, 10, 80. Общая сумма баллов. Вахтанг Макалатиан. Наш конкурс продолжает Максим Фадеев из Кургана. Любопытно, что и на первой, и на второй жеребьевке Максим вытянул номер 15. Что это, случайность или магия цифр? Пусть эта цифра ему поможет. Музыка и стихи Максима Фадеева «Кришна». Максим Фадеев. Ah.
Фадеев. Пожалуйста, уважаемые жюри, оценки Максима Фадеева. 10, 9, 11, 11, 11, 9, 11, 11. Итак, общая сумма баллов 83. Теперь мы приглашаем на сцену певца из Риги Андриса Риекстинша. Кстати, этот молодой певец и сам большой любитель музыкальных конкурсов. Но наиболее интересным он считает конкурс имени Чайковского и никогда не пропускает его телевизионные трансляции. Так что песня Бориса Резника на стихи Дагни Дрейка под названием «Посвящение Чайковскому» в его репертуаре появилась не случайно. Андрис Риекстинш. Sounds so sweet.
Молодец! Спасибо! Андрис Риексинш, Рига. Пожалуйста, оценки жюри. 9, 7, 9, 10, 11, 11, 10, 11. Спасибо. Общая сумма баллов 78. Вокальные данные для певца – самые главные и на современной эстраде. Можете считать эти слова банальностью, даже тавтологией. Для меня это аксиома, сказала Ольга Войченко из Донецка. Прежде всего, тембр, диапазон, техника. Только с их помощью и можно создать полноценный образ на эстраде. С песней Игоря Корнелевича на стихи Анатолия Матвейчука «Душа» выступает Ольга Войченко. Видимо, это был бы слегка рост.
Ольга Войченко. Уважаемые жюри, десять, девять, одиннадцать, одиннадцать, десять, 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 десять. Ждем общую сумму. Общая сумма 81 балл. По жеребьевке номер 18 выпал Сергею Селькевичу, солисту гомельской группы «Акция». Он выбрал для конкурса песню Валерия Парамонова «Пристань». Сергей Селькевич. Огней.
Сергей Селькевич, Гомель. Пожалуйста, жюри, ваши оценки. 9, 7, 10, 9, 9, 8, 8, 9. Спасибо. Общая сумма баллов 69. Следующий участник программы – Гульмира Искакова из Чимкента. В наши дни звезды эстрады далеко не обязательно блещут выдающимися вокальными данными. Важно, как подать песню, спеть от души. Певец должен быть прежде всего актером, сказал нам Гульмира Искакова. Игорь Хван. Стихи Андрея Вознесенского. «Милый моряк». Гульмира Искакова. Искакова, Чимкент. Жюри, пожалуйста, ваши оценки. 9, 8, 9, 9, 9, 8, 8, 9. Пожалуйста, общую сумму. 69. Гульмира Искакова. Предпоследний участник сегодняшней программы – Александр Тищенко, город Киев. Грамотно петь и владеть актерским искусством во все времена это было признаком профессионализма в вокальном жанре, как в классической музыке, так и в эстрадной. Очевидно, это останется и в будущем. Песня Александра Тищенко на стихи Павла Федюрка «Мама». Александр Тищенко. Thank you.
струится Млечный. Зову ее, но тишина непроницаема, как вечность. Александр Тищенко, Киев. Пожалуйста, жюри, ваши оценки. 10, 12, 11, 10, 9, 12, 11, 11. Спасибо. Общая сумма баллов
86. Уважаемые телезрители, напоминаем, завтра у вас последний день на размышление, кому отдать свои симпатии. Телеграммы с именем избранника вы должны выслать в адрес конкурса до начала последнего конкурсного состязания 9 августа. Уточняю, до 15 часов московского времени 9 августа. Судьба приза зрительских симпатий в ваших руках. И последнее конкурсное выступление сегодняшнего дня. Певец из Латвии Марис Репш. Эрик Цельдоум. Стихи Олафа Стумбра. Мария. Марис Репш. Уважаемые жюри, пожалуйста, оценки Мариса Репша. 10, 11, 10, 10, 12, 10, 12, 11.
86 получил Марис Репш. Dancing. If they do the double dutch, let's dance and see.
win the double dutch, stay jumping. Hey, Ebon, Ebonet! Ebon, Ebon, Ebonet!
мы благодарим ансамбль «Ритмы планеты». А сейчас я приглашаю на сцену концертного зала «Юбилейный» победителя второго дня конкурса в песенном соревновании Александр Егоров. Александр Егоров, 94 балла. Так, пожалуйста, приз победителю. Саша, ваш приз. Замечательные, роскошные дары Крыма. Поздравляем, Саша. Дорогие друзья, мы прощаемся с вами до 9 числа. И напоминаем, не забудьте о призе зрительских симпатий. До свидания, всего доброго.